Всем привет! Это Каменц, наша дача. Вот вам хочу показать, что осталось после вчерашнего града на нашей даче. Мы, конечно, вчера пришли где-то в 8:30, было уже так серо, посмотрели, как оно все побито. Сегодня вот пришли поутру. Вот что у нас видно. Вот это картофель. Все побито, листья лежат на земле. Ну, в принципе, картофелю может ничего не будет, так и будет себе расти. Вот это лук. Можно сказать, что осталось от него. Ну, в принципе, тоже не проблема. Через нашу дачу, где-то рассказывают, по колено стояло все в воде. Шла вода с других дач. Вот вымыла тут себе новое русло. Вокруг смородина. Кругом зеленые яблоки валяются. Черешня, вишня. Да, картина, конечно, печальная. Рассада помидоров была, осталось одни стволы стоять. Ну, тоже может пойдет. Цветы побило тут все.